упражнение отведения согнутой ноги через сторону в упоре на руках и на коленях. Также можно выполнять в упоре на локтях. Мы выполняем плавное отведение колена через сторону. Следим за спиной и за своим тазом, чтобы не было лишних скручиваний. Работа ягодичной мышцы в данном варианте небольшая. Мы сокращаем мышцу, при этом выполняем выдох. И при приведении ноги в исходное положение выполняем вдох. При подъеме ноги еще раз делаем выдох. При отпускании ноги вдох. Также несколько коротких движений в верхней амплитуде мы можем выполнить в конце.